Если клей долго лежит, стоит, вы им не работаете, он не подсыхает, он не работает. Разомнете немножко его, как пластилинчик разогреете, он становится уже таким более клейким. Видите, у меня пальцы уже сидят. На год такого набора хватает? Больше. Больше, да, больше. Опять еще будет. У нас клеевая система с 2015 года работает. 4 года работает, ребят. Клей будете? Конечно, но и года не протянет. Что дальше? Если машина заехала с холода, обязательно деталь подогреваем. Подогреваем таймер. И немножко ее разминаем. Для чего? Для того, чтобы с фор клеевой массы вышел весь воздух. И оно вклеилось однородно. Для более мощной тяги можете там дать выдержку побольше. Если нужно просто чуть-чуть подтянуть, там сминимизировать, да, можете выдержку дать поменьше. Как вы сами будете контролировать силу тяги, насколько вам это надо. Ну, зачем мне дальше дергать? Да, нет, нет. Все работы ведутся клеевой системой, крючком. Все ведется на лампе. Под наблюдением, да. Так, чиню я, делаю не вот здесь там и дергаю, да? Я присел, клеился, да? Панк, увидел, что произошло. Что произошло? Я обратно сел. Вот? Ну, в ноль вышел. Ну, по крайней мере. Видите, смотрите, какая. Что ты увидел? Остатки клея какие остаются, вы можете немножко... Горячим клеем можно сделать все то же самое, но горячий клей в этом месте сделает вам плюс, который надо будет просаживать. Холодная клеевая система массу повреждения поднимает однородно. Дальше. Здесь идет, ну, какое повреждение у нас? Непонятное какое. Если вы как смотрите отсюда, то у нас идет кризом, она протянутая. Если смотрим отсюда, идет еще яма. Тут четырехлистный клевер вот отсюда я смотрю. Залом был здесь. Вон какой. Залом. Интересно. Я подтянул. Большой листок клевера. Вот. Теперь, а там еще плюс. Заломы. Угу. Вот заломы. Выбираются заломы самые проявленные, яркие, явные. С них начинается. Не там, не вот с этого. Это фигня. Вот у нас залом сейчас идет. Прямо на ребре. Молотком тянем только сюда. Сюда не бьем, а то некоторые, знаете, его так делать, нельзя такого. Сикомарасота назвали. Сикомарасота, да. Раз там. Шикаго. О! Что, встал? Смотри, как форму дал. Насадка у нас есть продольная для крейзера. Логично? Да. Ну, не буду же сюда круглую клеить. Вот сюда треугольничком можно слиться. Например, если тебе надо покороче, такой уже нету, да? Нет. Сейчас адаптеры, ребят, все геометрические фигуры есть. Треугольные, круглые, кризовые. Затылок я поколена. Ну он же глазами видит, что там. Ну, сейчас посмотрим, дернет Криса. Размер, он уже подтянул его. Вот. Уменьшает. Потом дальше на горячий крючочек. Ну, мы тут поснимаем, что у нас дальше будет. На горячую добиваем. Чиним X4 парковочную вмятины. Эмочку. Бампером кто-то со скотчем прошел по двери. Вообще. Сейчас клеем все отработали. Колян настроился. Дверь решили не снимать. На месте починим. Ну, сейчас там дырочка под резиночкой. И снизу приходится вот этот Крис, вот этот участок сейчас. Снизу аккуратненько через дырочку на месте править. Ну, здесь царапины такие интересные. Царапины. Ремонт полным ходом, чиним. Таким образом на месте спокойненько чиним. Ну, сейчас Колян тоненькими крючочками до сложного доступа там расправил сам угол арочки. А теперь вот такая позиция, ребят. И спокойненько на скручивание. Уже здесь мы от арочки отошли от угла.
Вот аккуратненько сверху. Лампа снизу. Просили снять протяжку на двери. Как чинить. Вот это Крис. И его аккуратненько сверху, снизу. Четко в него, не попутав берега, идем. Ну, сейчас. Плоскости покажем. Ну, чистки здесь еще достаточно много. Так, углом, ребром, все удобно подавать. Сейчас посмотрим промежуточный результат. Уже третий проход по царапинкам. Обратите внимание, что мастер чистый, на машину нигде ничего не летит. Нет, пыли нет, паста очень хорошая, не пылит. Ребят, забудьте трем, пожалуйста. Если бы мы полировали тремом, окно бы однозначно было закрыто. Либо в салоне была бы просто мукомольная память. Здесь даже ничего не обклеивается, потому что... Ну, видно, рука профессионала работает. Никакие ни торцы, ничего он не прошибет. Сейчас по максимуму срежем, потом пройдем антигалограммы и сниму финиш сам, то, что получилось. Иначе видео будет очень длинное. Ну, качество на лампе вместо ремонта. На отражениях. Макс по максимуму срезал царапины. Вот они все ушли. Прошли антигалограммочкой. Ребро, ребят, вот здесь, ну, просто не стали трогать. Детейлеры сказали, что лучше не надо. Машина будет ходить, ездить. Побольше лака на ребре оставить. Туда можно пленочку Сантек приклеить. Да, пескоструйные места. Ну, она как бы новая, сейчас они сами будут думать. Мы обычно делаем проще, советуем клиенту вот так вот отклеиваться пленочкой. Да, это сейчас они придут забирать, сами порешат. Тем более там. У BMW и Сантек все, что осталось на ребре, он скроет.